Благослови душе моя Господа, благословен еси, Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Матфея. Это глава 21, стихи с 28 по 32. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Александра. «Рече Господь притчу сию, человек некий имяше два сына, и пришед к первому рече, «Чадо, иди дне, сделай винограде моем». Он же, отвечав, рече, «Не хочу». Последи же, раскаявся, иди, и приступль к другому рече также. Он же, отвечав, рече, «Аз, Господи, иду и не иди». Кия-то бою, сотвори волю отчу, глаголоши ему первый, глагола им Иисус, аминь глаголю вам, яко мытари любодейцы варяют вы в Царстве Божии. Приди Бог вам, Иоанн Креститель, путем праведным и неверовости ему, мытари же любодейцы веровавши ему. Вы же, видевши, не раскаястесь, а последи веровати ему. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Продолжая разговор с первосвященниками и книжниками и желая, чтобы они произнесли приговор сами над собой, Господь рассказывает им притчу о двух сыновьях. У одного человека было два сына, которых он отправил на работу в своем винограднике. Первый сын ответил: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. Слова этого сына не согласовались с делом. Он ответил отцу отрицательно и даже грубо, но потом переменил свое намерение, почувствовав свою вину в том, что не послушался отца, и, не сказав ни одного слова об этом, отправился работать в виноградник. Второй же сын согласился со всем, что ему предложено, но исполнять не стал, сказав: «Иду, государь», и не пошел. Преподобный Иустин Попович пишет: «В притче Спасителя под человеком подразумевается Бог, под первым сыном – мытари и вообще грешники, под вторым сыном – фарисеи, под виноградником – Церковь Божия». Под работой в винограднике любой труд, которым входят в совершение заповедей Божьих, святых добродетелей и святых таинств Божьих. Первый сын означает грешника, который вначале относится отрицательно к Евангелию, к Церкви, но раскаивается и с ревностью работает в винограднике Божьем. Второй же сын означает гордых и превозносящихся грешников, которые только языком твердят, что хотят работать, а душой и жизнью отрекаются от труда в винограднике Божьем, труда над своим спасением, над своим обожением.
На требования Божьи грешники самой своей жизни поначалу отвечают «не хочу», но потом каются, как покаялись мытари и блудницы после проповеди Иоанна Крестителя, и начинают исполнять волю Божью. Фарисеи же и мнимые праведники, напротив, сначала говорят «иду», то есть на словах, как будто исполняют волю Божию, а на деле не принимают проповеди Господа о покаянии. Некоторые толкователи под образом первого сына понимали также языческие народы, которые обратились ко Христу и пошли за Ним, когда их коснулась христианская проповедь. К примеру, святитель Иоанн Златоуст замечает, Христос опять притчами обличает иудеев, намекая как на неповиновение их, так и на покорность отверженных прежде язычников. Здесь под двумя сыновьями, разумеется, то, что случилось с язычниками и иудеями. Первые, не давая обещания в послушании и не слышав закона, самим делом оказывали повиновение. А последние, хотя говорили «все, что сказал Господь, исполним и будем послушны», на деле не оказывали покорности закону. Не поняв смысла притчи, любопытствующие на вопрос Господа, который из двух исполнил волю Отца, ответили, что первый сын. Тогда-то Господь и рассказал им значение притчи. «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Александр Павлович Лопухин поясняет. Господь прилагает ответ начальников к их собственному поведению путем противопоставления. Они сказали, что исполнил волю отца сын, который сначала, не желая идти, потом пошел в виноградник. Но креститель пришел как проповедник праведности, призывая людей идти в виноградник Божий путем покаяния, и они не вняли его проповеди. В этом отношении они походили на первого сына притчи, который сказал «не пойду», но не сходно с ним. Они после не раскаялись и не повиновались зову Крестителя. С другой стороны, мытари и блудницы были также похожи на первого сына, но они изменили свои мысли, когда Иоанн проповедовал, и повиновались его зову. Таким образом, мытари и блудницы идут вперед в Царство Божие. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, что Господь пришел дать каждому человеку возможность новой жизни, жизни с Богом, единения с Ним. Но для этого нужно лишь самому пожелать этой перемены, прилагая к этому необходимые усилия и труд. Какого же труда Бог ожидает от человека? Перемены внутреннего мира, внутреннего покаяния и исправления. Господь призывает каждого из нас к очищению от всякого греха и соделыванию своего сердца храмом Божьим, дабы любовь Христова одухотворила нашу жизнь. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа, благослови.